госпожа посол, причина нашей встречи не только в моем глубоком уважении к вашей стране, к вам, как доброму представителю Турции в Беларуси. Есть и практическая сторона дела. В середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим президентом. Поэтому целый ряд обстоятельств, которые подталкивают нас к этой беседе. Я, конечно, рассчитываю на то, что ближайшее заседание нашей совместной межправительственной комиссии дадут хорошие результаты в плане подготовки наших переговоров с президентом Эрдоганом. Но будем считать, что наша с вами встреча сегодня – это первый шаг к конкретной подготовке этого визита. Поэтому, госпожа посол, давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые у нас существуют. Потому что все хорошее, оно видно, приятно о нем говорить, но тем не менее всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, переговоры вести, если все хорошо. Мы должны решать проблемные вопросы. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые вы считаете нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе.